Так, ну что, ребятушки, всем добрейшего, прекрасного турецкого утречка. Мы сегодня с вами в отеле Icy Green. Это у нас Лара. В сторону Белека, если от Анталии ехать, если кто не знает локацию. Мы сюда с вами приехали из Анталии. Здесь мы живем уже почти 2 года, скоро будет. Если кто не знает, заходите прямо в плейлист, подписывайтесь и смотрите все видюшки из разных отелей. То есть мы здесь в отеле как на дачу ездим. Вот, потом смотрите разные видео про жизнь в Турции, про цены, все-все-все стараюсь показывать. Вот, ну и в комментариях пишите, что поснимать вам еще, какие отели, какие там, может быть, варианты цен поснимать на разные магазины и так далее. Еще пишите. Обязательно поддержите видео, потому что сейчас видео очень плохо ранжируется. Ваша поддержка, как всегда, нужна. Потому что после того, как я стал снимать шорты, каналом просто какая-то ерунда случилась, все, он вообще видео не ранжирует, поэтому обязательно авансом ставьте лайк и какой-нибудь комментарий пишите, там, сколько вы говорите или еще что-нибудь, или ваши пожелания по съемке, а я дальше буду все это реализовывать, все это озвучивать. Вот, по поводу квартир, кто хочет купить квартиру, вот, пишите уже мне в личку, под видео все ссылки, там, и Инстаграм, и Телеграм, и почта, в общем, все-все-все удобные виды связи, приедете с вами, мы здесь поедем с вами по райончикам, все посмотрим, я вам все покажу, и квартиру покажу, потому что уже весь рынок изучил. Вот, все оформление, сопровождение происходит с лицензированным агентством, все лицензии есть, да, все досконально проверяется. Вот, скажу вам, где лучше, где хуже, все минусы тоже обязательно расскажу. Вот, есть квартиры как для себя, для жизни, так и для инвестиций. То есть некоторые просто хотят, допустим, получить ВНЖ, плюс деньги, чтобы приумножить, там, стройки где-то взять. И плюс еще можно взять под гражданство квартиру, потому что такие варианты есть. Скоро порог повышают до 650 тысяч, поэтому, если кто хотел, до 400 успеть взять. Еще пока есть вариант. Можно прям в стройке взять, вот, приумножить деньги, пока достроится, и через 3 года, допустим, продать. Ну, либо самим остаться жить. Все, хорош болтать, устраивайтесь поудобнее, заварите себе чаек, кофеек и обязательно берите в холодильник вкусняшек. Сейчас у вас скоро будет завтрак, вот потом обед, наверное, ужин. В общем, заряд позитива, как всегда в наших видео. Много эмоций вкусных, солнечных, морских, теплых, которых нам сейчас так с вами не хватает. Все, приятного вам, всем просмотра. Так, ну, конечно же, турецкое доброе утро должно начинаться с вкусного турецкого завтрака. Пойдем с вами посмотрим, что у нас на завтрак. Можно зайти как в центральный корпус, так и отсюда, потому что мы живем здесь, нам удобнее здесь заходить. Так, смотрите на завтрак, какие здесь есть вкусняшки. Вот так подходишь, тебе делают индивидуально бутерброд. Вот такое яйцо пашот, хлеб, сыр Филадельфия и кусок семги. Вот такой вот аппетитный. Поэтому всем, кто любит семгу по утрам, для них это очень важный пункт. Пожалуйста, welcome, Icy Green. Такие вот детокс напиточки есть, кстати, очень вкусные. Я себе налил стаканчик помет. Еще можно соки взять, и там сейчас еще сок будет. Так, много разных видов йогуртов, мед в соках. Огромное количество выпечки вкуснейших, свежайших круассанов. Сырные ассорти, пожалуйста. И не только, здесь у нас такой холодный стол с сыром тоже. Колбаски можно нарезать прям свеженько. Так вот слайсером вам прям свежачка. С индейки хочешь, с курицей, все угодно. Так, потом яичничка, видите, панкейки можно взять. Потом яйца 5 минут, 10 минут, сколько угодно минут. Все там с чем-то яйца, в общем, много разных видов. Яиц, картошку фри с утреца, кто любит луковые кольца. Сосисона, вот жареный сыр халуми, вообще обалденные вещи, сейчас себе возьму. Потом еще типа мини-менечка, вот это вот, знаете, яйцо с молоком. Я вот так вот вам снимаю, хожу. Одной рукой держу две тарелки. Вот здесь еще много всяких открывашек, да, пооткрывали. Поели 2 вида супа. Здесь у нас еще соусы разные. Ну, еще этот салат, овощи, фрукты. Много-много всего. Я вам так основной вкусняшек покажу, а так, конечно, выбор огроменный. И сам ресторанчик покажу, кто не видел, зон где посидеть. Вот тут можно посидеть, вот тут. Потом между улицей, вот там вот есть пространство, и на самой улице, там еще территория есть, там где лебеди летают. А вот здесь вот у нас арбузики, яблоки, бананы, бананы в шоколаде. Ты ходишь по кругу, выбираешь, что хочешь, персики, хочешь уже все чищенные, хочешь не чищенные. Вот так вот, курага, лобушки, воробушки. Вот здесь у нас печенье, можно 2 круга даже накрутить, а он что-нибудь новенькое увидишь. То всем приятного аппетита, я пошел пропить. Вот, кстати, вот здесь сок еще и чай, кофе тоже везде есть, но можно самим наливать, можно официант спросить, он вам все принесет. А, вот там еще готовят что-то, ну, в общем, здесь можно целый этот день гулять.
и есть до обеда прям. Не выходя, вот здесь спит, еще открываешь лоточки, берешь кусиняшки, манная каша, рисовая каша, вареная гречка. И семит, и там еще вам могут омлет пожарить. И там еще в тандыре что-то жарится. Вот здесь еще места, то есть очень много мест, где можно покушать. Так, но судя по всему это фреш, видите, сколько там прям апельсина плавает. Вот так садимся, трапезничаем, кофеек нам приносит. И все, кто же может принести, если сами ходить налево. Так, вот видите, вот меж улицы и внутрянкой можно посидеть. И вот здесь на улочке можно вот здесь посидеть, тенечки, а можно вон там. Мне вот эти места очень-очень нравятся. А здесь, кстати, тоже еще тосты есть. Здесь можно сесть в тенечке, а там у нас то лебеди плавают, то еще кто-нибудь. В общем, фонтанчики здесь иногда включаются. В общем, атмосферный здесь. А вон и лебедь, смотрите. Вот и наши голубки. Опаньки. Красавчики. Здесь написано инструкция, что можно делать с ними, что нельзя. Вечерком на ужин я вам покажу, что здесь. На улице еще у нас есть. Какие вкусняшки. Тут у нас зона гриль. Здесь еще такие, знаете, балийские места покушать, где можно. Вот здесь тоже, видите, кстати, на завтрак тоже можно сесть. Идти какой здесь навес. Здесь под вами прудик такой, там рыбки разноцветные плавают. И эти же лебеди вот оттуда сюда вот так вот проплывают. Здесь у нас мексиканский а-ля-кар, а остальная зона свободна. Все... О, смотрите, сколько рыбешки. Пойдем скорее. Смотрите, о, какая красота. Смотрите, скорее, дети. Ой, это не сон. Смотри, какие большие рыбёхи, обалдеть. Обалдеть, серебристые. Там и мелких много, вообще класс. Обалдеть. Смотрите, как на Бали, на Мальдивах, хотя атмосферка очень классная. Мне всегда прям нравилось это место. И отсюда же можно выйти из ресторанчика, пойти направо, там у нас будет территория отеля. Вот у нас основной корпус проходит. Но мы пойдем налево. У нас сегодня с вами пляжный денечек. Хочется скорее на пляж отправиться. Но в ту сторону мы тоже с вами обязательно сходим, я вам все покажу подробненько. Только полет из дрона не обещаю в этот раз, что я свой дрон разбил в предыдущем отеле. Вот, еще не сделал пока что. Дороговато ремонт получается, может, запчасти себе закажу. Вот, ну, либо старые кадры возьму, либо полетаю, может быть, какой-то там в положении, он поснимает. Потому что когда он идет, так боком все, стабилизация накрывает, и все трещит очень сильно. Так, справа у нас IC кафе, куда можно зайти, взять себе очень-очень вкусный кофе. Всяких сладостей, вкусняшек. Слева у нас детская зона. Аквапарки. Там, видите, у нас огромные детские. Потом еще есть взрослые аквапарки. Здесь у нас гейм-центр. Здесь можно поиграть, но за денежку, за дополнплату. Можно побоксировать чуть-чуть. Только чуть-чуть, много не надо. Здесь 16+, вы увидите, что там. Такая зона вечерком. Я вам покажу. На самом деле, я вам уже снял. Я просто ролик немножко наоборот сделаю. Вот, но у вас все будет как в одном кадре. Сейчас давайте так обзорненько прогуляемся. А потом будем заходить в каждое место и уже... Более подробно вы будете видеть, что происходит внутри. Справа у нас снэк-бар. Летом он работает. Сейчас работает, естественно. Потому что сейчас лето. Да, давайте озвучу. Вы любите, когда я все озвучу. У нас сейчас июль месяц, 22 число. Разгар лета. Ну, сегодня не жарко. Сегодня где-то градусов 40. Завтра 42 или 43. Завтра уже жарко будет. Но на самом деле ощущаешь себя очень хорошо. Вот, поэтому никаких проблем нет. Но все равно обязательно носите кепку. Потому что может напечь. Как я, не делайте, у меня в рюкзаке лежит, я просто не успел достать. Слева у нас мини-клуб, тоже заглянем туда. Аттракционы, вечерком покажу вам. Здесь у нас пальмы и банановые плантации. Вот так ты держи, в тенечек такой, чтобы не напекло голову для тех, кто без кепки. Типа таких, как я. Здесь у нас взрослый уже аквапарк с 10, 12, 30, с 2 до 5. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7. Это для меня. Для Никиты, для меня обязательно прийти покататься. На унитазе надо. С кругами можно, без кругов. Унитаз — это вот эта штука так называемая. Классно. Кстати, зимой этот бассейн подогревается. И горки тоже зимой работают. Поэтому вообще идеальный вариант зимой тоже приезжать на горку кататься. Все, и вот туда вот с вами мы отправляемся к пляжу. Так, здесь у нас, смотрите, справа пляжный бар. Здесь у нас пляж в одну сторону, в другую сторону. Есть у нас баскетбольная, волейбольная площадка, точнее, видите, сейчас вот волейбольщик играет, как им не жарко, только на такой погоде. Вот, слева у нас зона кабан. Вот мы сегодня начнем видео с кабан. На пляж я вам тоже покажу, бар, все-все-все обязательно увидите. Так, заходим. Здесь кабана. Здесь написано резервация кабаны с отделом по работе с гостями. То есть гастролейщик, подходите, там договариваетесь. Здесь холодильник, то есть можно подойти и что-то взять, вам официант принесет, говорите ему, он все вам приносит. Потом здесь у нас души, и у нас сами кабаны,
И здесь еще продолжение пляжа. Видите, вот он идет вот так вот туда. Так вот, Польчик, он хочет это сказать. Что за? Кстати, здесь есть очень крутые квадроциклы, видите, машины. Да, здесь у нас, видите, Waterspot слева, можно гидрик взять. Машинки сейчас, наверное, стали делать такие. И бананы. Все, пойдем в тенечек. Значит, на солнце жарковато. Сейчас уже сколько? 11 часов дня. У нас кабана номер 4 будет. Сейчас я вам покажу ее. Два шезлонга. Там диваны, стол, холодильник. Плюс здесь у нас накрывается мираба. Здравствуйте, доброе утро, привет. Доброе утро. Меня зовут Бекташ. Бекташ? Да. Кабана, мы шеф. Ага. Окей. В общем, можете попросить, вам принесут все, что хотите. Здесь у нас welcome drink, шампусик, фрукты. О, папа, welcome и орешки закусочки. Здесь также, по-моему, можно и покушать, и попить. Просить все, что захотите. И полотенца здесь такие, обоньки. Мини-бар нет, но здесь проще, сразу все приносит. Так, у нас здесь сверху есть вентилятор для продувчика. И вот такой вот прекрасный вид. Вот так вот ложишься и смотришь. Все красиво, все зелененькое, газончики. Чуть не упал, есть у нас. Первая линия кабаны, вторая. Но вторая, она такая же, как первая. Наоборот, даже более такая приватная, более уединенная получается. Здесь кто-то может мимо проходить, а там вообще никто не проходит. Вообще, я бы всем рекомендовал обязательно, прям к применению инструкции, один день за свой отдых, если там на 7 едете, на 10, значит, обязательно один день берите кабану. Это совершенно другой отдых, это прям приватность какая-то, даже с детьми и без детей. Это уединенность, это совершенно другой отдых, это не так, как на пляже. Там тоже хорошо, но кабанку надо взять, это прям вот поменяет немножко какое-то вот, знаете, ваше состояние. Вот это вот уединенность, такой релакс. И плюс еще лайфхак по кабане, если вы, допустим, у вас поздний вылет, да, из отеля вас выселяют рано и нету номеров для продления, то есть вы заранее там узнавайте, вы берете на этот день кабану, то есть вы выселились из отеля, да, поставили чемоданы свои где-нибудь там в багаже, и у вас кабан на целый день, то есть вы можете и полежать, и поспать, и все что угодно, и подремать здесь, переодеться. Вот, очень-очень удобно. Так, ну что, пойдемте с вами покорять морскую пучину. Здесь, смотрите, есть дорожки такие, по ним можно ходить. Но все равно надо шлепка, потому что нагревается очень сильно летом. Так, смотрите, здесь у нас не навес, а зонтики. Это очень классно, потому что дает индивидуальность. Естественно, песочек. Мелкая фракция такая. Мягенький песочек. Там немножко гальки намывает, когда немножко штормит. Вот так вот. Сейчас покажу вам размеры пляжа. То есть вот эта вот часть, видите? Метров, наверное, 70. И туда дальше, после пирса, еще метров 100 пляжа, наверное, уходит. Так, где-то тут мои детки купаются. Мы вчера уже в пирс поплавали, вечерком заехали. А, вон они, мои водички, все, видите, спокойная, чистенькая. Идемте туда прям, в пучину морскую. Сейчас здесь где-нибудь оставлю свой еще телефончик и шорты. Вот так вот припаркую. Что, Заяц? Как водичка, теплая? Ой, смотрите, водичка чистая, ну, белеки всегда, белеки, я называю белеком, белек у нас дальше чуть, Ларе всегда песочек, но все равно, видите, сейчас не штормит, и вода чистенькая, прозрачная. Вот здесь у нас уже полюсик и Жанночка плавает. Кстати, по поводу оформления туров, не только Турцию, а в любую страну мира, вы можете к Жанне обратиться, и она или ее команда подберет вам тур. Вас как отправят. И вы отправитесь в какое-нибудь надолго путешествие. Ой, такой прохладненько. Ой, да хорошо. Можно я расскажу? Что за? Знаете, здесь такая теплая водичка, мягкая водичка, как будто как мама ножничка. Расскажи всем, куда мама отправляет отдыхать, в хорошие места? Да. Тебе везде нравится отдыхать, куда мама тебя отправляет? Да. Хотите говорить так же? Да. Подводное царство здесь не очень обильные, поэтому я не буду камеру это опускать, что у меня еще мохнатка так она одета. Надо ее снимать, потом все это сушить. Я сейчас вот так вот сделаю голову. Ну, точно на солнце прям жарко. Вот, а вы прям заряжаетесь этими эмоциями. Ну, ванночку наливайте и как будто вы сами так вот ныряете. Ой, хорошо, вода. Сейчас возьмем градусник, я забыл его, что-то пошел с перегрева. Нет, это нельзя, но я вам так скажу, знаете сколько, 29 или 30 градусов с водичкой. Потому что у меня уже внутренний термометр идеально работает, то есть я каждый день там выныряю воду. Понял ты. Давайте еще вам немножко заряд морских, немножко пенных. Вот так вот. Так что была пенка. Вот. Все, оставляю вас на берегу и пошел купаться. Так, а давайте я вам покажу, как выглядит у нас приход на пляж, бар. Так вот вы приходите на пляж. Слева вот здесь полотенце по карточкам дают. Справа у нас а-ля как ресторан, который вечером открывается рыбный. И пойдем туда, как раз барчик исходим.
можно так посидеть, релаксануть, отдохнуть. Вот так вот можно. Здесь у нас холодильничек с мороженым. Можно деткам и себе выбрать мороженое. Все время упаковочка. Большой ассортимент. Поль, выбирай. В баре здесь у нас есть водичка, пиво, кофе, фанта, спрайт. Здесь напитки разные мировые. Есть импортный ром, Гавана Клаб есть, импортный виски есть. Вот, все есть. Даже типа Бейлис что-то есть, он Балантайнс виски, вижу, водка даже есть. Софт напитки, пепси, фанта, разливное и орешки. Еще вот смузи. Ван алкогол, ван... Во-первых, здесь не оригинальный, а там в лобби-баре оригинальный. И возле пол-бассейна тоже оригинальный оперольчик. И вот так вот прекрасно видно, садитесь и трапезничайте. Можно пойти прямо на сезон. Здесь у нас чейндж-рум, душ и... Там можно ноги помыть, и здесь тоже можно ноги помыть, поскольку песочек. Так, смотрите, вот здесь сзади горок, можно из лука пострелять. С той стороны можно еще из ружья пострелять, как там целый тир там. А здесь, вот смотрите, загон такой. И здесь козлики. Мы сколько раз были в Новосибирске, ни разу к этим козлятушкам не заглядывали в гости. Раба. Козлятушки, перепряточки такие хорошенькие, чистенькие. Раба. Раба, это по-турецки привет. Если не знаю. Хорошенькие такие. О, а смотрите, с другой стороны еще и курочки. Я не заметил. Просто сейчас самую жару, мы пойдем немножко в номере передохнем. А вон эти гуси ходят. Из этого, из озера выплыли. Гуляют. Точно здесь свой зоопарк. Гуси, только не цапни меня, пожалуйста. Я люблю, они прям на меня это... Не везет мне такие дела, чтобы кто-нибудь меня укусил. Так, давайте с вами опробуем горочки. Здесь можно взять круг и на кругу скатиться. Можно без круга. Вот у нас первый уровень горок. Мы пойдем повыше. Обалдеть, здесь высота. Здесь и дрон не нужен. Прям над верхушками крон деревьев. Там, смотрите, на кайте катаются. На парашютику. Смотрите-ка. Вон, смотрите, видите, как одна на толчок ведет, одна на рампу. Смотрите, теннисные корты здесь есть. Так, ну что, сын уже готов? Я готов. Погнали! Правда, я сына не вижу. Вот так вот нас только. Ну, вам отельчик покажу. Ой, слушай, так классно, так спокойно, не спеша, медленно такая экскурсия. Никита, слышу, где-то там. И сейчас наши пути расходятся. Ого! Офигеть! Вот это круто! Прикольно! Слушайте, офигенно вообще! Эта рампа обалденная, так прям дух захватывает, когда там вылетаешь оттуда. Очень круто! И вот это вот штучки-поливалки придуманы. Обалденно, а Никита где-то там он. Туалет плавает. Ну что, сынок, классно? Вот так нормально. Там здорово вообще на рампе. Давай. Сына, пока. Я поплыл в темную трубу. Что там я не боюсь, до толчка. Народ, ногу. Опа. Ой. Вон, красота. Ой, как красиво, как красиво. Класс. О, ну чуть побыстрее. Но все равно классно. Не страшно, не полностью темная. Классно так вообще. Кто боится, можете смело ехать, вообще спокойная горочка, релакс. Точили так, на расслабоне. Такие волны классные за мной, передо мной такие волны. Ох, сейчас камеру потоплю. Думал и сидел, в конце грохнул. Я вам подводный мир покажу, команда кустов. Видите, сейчас придется эта мохнатка, вот у меня двойная. Теперь еще разобрать и подсушить. Ну вот в таком виде у меня сейчас летал дрон. Конечно, плывет картинка, да, не держит. Вот эта ось у меня влево-вправо не этот, не калибрует. Где-то происходит такая тряска прям. В разобранном виде полетал немножко. Короче, старый кадр вам сделаю. Он тоже там хорошо очень не подает. Сколько, год 3-4 назад летал, тоже очень хорошо. Все было. В общем, мы до самого вечера в кабане досидели, с дроном пытался что-то сделать. Сейчас в новостях, вот мне многие подписчики пишут, Жень, что у вас там за аномальная жара? У нас там в новостях передают, что на вас какой-то африканский циклон двигается. Слушайте, в Турции всегда такая жара в июле. Ну, какая жара? 40 градусов, да, это прохладненько.
42-44, уже немножко жарковато. Но ты все равно, ты вот днем, если ты работаешь, да, допустим, ты все равно там в машине, в офисе, где-то там еще в банке, везде кондеи есть, то есть ты не особо не ощущаешь. Если там, не знаю, продавать, ходить кукурузу по пляжу в жару, днем, да, ты одуреешь, с ума сойдешь. Вот, а в отеле, если вы едете отдыхать, да, в жару, ты вообще не ощущаете. То есть вы у моря вообще не чувствуете жары. Там днем на обед пошли, или в номер пошли, передохнули днем, ну, это как бы обязательно надо вообще там и не только летом, так организм дать передохнуть чуть-чуть от солнца, от жары. Вот, все, вечером вообще кайф. Везде душ, везде бассейн. Поэтому то, что в новостях раздувают, а они любят раздувать, вы знаете, вот, это всегда раздув. Лет, оно и в Африке лет, как говорится, вот. Но здесь, в Турции, ты, не знаю, вот для меня там вот эти 42 было, ну, ты особо не замечаешь. Да, вечерком, вот мы вчера сидели, жарковато было, там сидишь, немножко потеешь. Ну, тот от человека зависит. Кто-то нормально сидит, кому-то жарко, кто-то вообще вчера без футболки ходил вечером на этом шоу, вот. Днем-то, да, можно перемещаться в территории без футболки, как хочешь. Короче, это все новости раздувает. Не так страшно жара. В том году, говорят, полтинник был на тему. Вот так вот пока иду, не себя буду показывать. Отель. Вот, но полтинник, это опять же не по этому, не по градусам. То есть вот сегодня, допустим, 41 было, да? На жаре, на солнце, конечно, у вас градусник там до полтинника разогреется, а то и до 55. Но это как бы неправдивая погода, правдивая, которая по градусам в тени измеряется. В общем, 41 это нормально, 44 тоже нормально. На отдыхе это вообще без разницы, какая погода. Главное, отель такой выбирайте, чтобы, ну, все было доступно. Не надо было там пешком 10 минут до пляжа идти. Да, тогда вам будет тяжеловато. То есть, либо трансфер должен быть, если это вторая линия. Вот, либо вот как здесь. Раз, все, и ты у моря. Да, в Балтике. Ну, нет такого напряга, что прям жара-жара. Тем более, даже когда работаешь, не ощущаешь это. Так что, надеюсь, ответил на ваш вопрос, который сейчас всех пугает. И постараюсь, конечно, этот ролик побыстрее смонтировать. Здесь у нас днем проходит закусочное мероприятие. Можно потрапезничать. У нас сегодня вечером а-ля карт ресторан. Смотрите. Red Steak Wine ресторан. Вот мы сегодня сюда идем. Покушать мясца. Вкусно. Смотрите, какой холодильничек с мясцом. Ну, колбасу. Здравствует, барак. Идем. Такие вот закуски нам принесли, здесь мясо, сыр, вот эти салаты, закуски все приносить сейчас будут, а вот здесь уже можно выбрать, заказать. Все разные виды стейков есть, видите, Даллас стейк, Нью-Йорк, Тибон, Рибай есть, еще много раз. В общем, мы Рибай все заказали. Здесь еще бургеры есть и десерты. Потом пару салатов нам принесли, на вид вроде обычный, но прикольный, очень вкусный салат. Наши стейки пожаловали. Смотрите, такой вкусманищик вообще. Всем по стейку. Всем поле. А, вообще красота. Такой стейк надо венца красного обязательно. Так, вот еще закусочки какие-то там подоспели. Если кто не знал, то эту поплаву надо вот так вот именно есть. Разделываете ее, кладете по мороженому. Потом сверху закрываете. Еще в идеале, когда официант отрежет и прям брос положит. Я в Кайсере так делаю. Тоже, конечно, да, излишне. Самому можно маленькими кусочками кушать. Так, красота. Чё, ты с Акиро Дрим? Я Дрим. Понял, что папа. Ну, лава у нас такая, какая вкусная. А-ля карт ресторанчик просто супер. Мясо вообще обалденное было. Все очень понравилось, обязательно посещайте Аликарт ресторан. Когда вы 7 ночей отдыхаете, точно один бесплатно, но всегда на гастрилейшн, прям в первый день приходите и записывайтесь, потому что бывает такое, что, ну, все занято, если много народу, и просто потом не успеете записаться. Итальянский очень вкусный, мясной тоже очень вкусный, здесь еще японский очень вкусный ресторан. Так что всем приятного аппетита. По волчевых, то все время спрашивают, всегда на ваше усмотрение, мы в Аликарт ресторанах обычно оставляем 5. А у нас, конечно, были случаи, что мы чуть не $100 оставляли там с компанией. Тоже как раз в Айси Грине здесь. Мы в башне когда ели, большой компанией кушали, ужинали. Там прям очень много оставили. Вот, а так в среднем 5-10 можно на а-ля карте. В обычном ресторане, если официант вас реально обслуживает, каждый вечер встречает, накрывает, $1-2. Ну, не принципиально. Каждый как бы в меру возможностей это все может. Это вечером для деток. Где мини-клуб? Здесь есть мини-лунопарк.
Можно на карусельках, на качельках покататься. Ну и при этом еще открыт мини-клуб, можно и там полазить, на горках. Детишек, какое-то представление здесь было, мы половину пропустили, пока в а-ля-карт сидели. И там еще интерактивное шоу. То есть можно реально участвовать. Чем больше ты прыгаешь, тем быстрее там игрок бежит. Вот так вот весело. Каждый может участвовать. Рядом с IT-кафе есть гейм-зона. Ой, какая огромная. Ее все, походу, обновили. Две боулинг-дорожки, бильярд. Куча-куча всяких игровых автоматов. Но здесь, конечно, все платно. Так, можно рыбку плавить. 15 минут, 3 игры, 5 евро или 150 лир. Ну и так далее, тоже на паузу ставьте, смотрите. Здесь у нас есть театр, проходит шоу. Кстати, здесь есть и IC Green, отель, и IC Residence. То как раз сзади этого амфитеатра находится, так что можно оттуда приходить на шоу. Вообще, чтобы был бар с оригинальным апиролем, простите, можно дернуть ваши бутылочки. Это вообще огромный редкость. Ребятушки мои дорогие, доброго вечерочка вам всем. Смотрите, какой у нас здесь есть холодильник. Холодильник 16-18+. Меньше нельзя, больше можно. Смотрите, надо с водичкой. Да, это раз, сейчас удивиться очень сильно. Потом сол, пивасик. Зелененький Кроненбург или Карлсберг. Что там у нас для Карлсберг? Вот этот Кроненбург, да, 16-64. Бланк с цитрусовыми нотками. Но это еще не все, представляете, это вообще холодильник Unlimited. Подходишь просто вот. Сколько хочешь открывать, сколько хочешь закрываешь. А внизу, смотрите, у нас квас хлебный и живой. Представляете? Обалдеть. Вообще первый раз вижу в отеле квас живой. И первый раз вообще в отеле вижу, чтобы был вообще холодильник с Unlimited пивом. Чтобы ты мог подходить и брать сам. Это вообще большая редкость. Он вообще, это, по-моему, никогда не видел. Даже на старояле так понял. Ну так, ну блюз-барчик, ветерочек. Музыка сейчас будет. Живая, напитки. Жанна здесь где-то нашла коктейльчики вкусные, там миксолог делает. Жанна с коктейлями, я с квасом. По-русски все как положено. Так, вечерком здесь можно присесть. Здесь у нас, смотрите, миксолог работает, представляете? Мировая. Делает коктейльчики. На ваш вкус здесь идти, малибу. И все, что хочешь есть. Тэшакер Дрим, все-таки мой квас перебили вкусным коктейлем от миксолога. Тэшакер Дрим. Якшамар. Вечером живая музыка. Это арфа, ну вот так, мы сегодня не видели, что там написано. Кто угадал, что за арфа такая? Завтра или перед, я бы сказал, что это за арфа такая. Но очень симпатичная. Это дневная такая арфа. Ничего на ней не играет. Пока не играет музыка, сейчас я вам подсниму варчик. Смотрите, здесь у нас Клуа, Бейлис, Куантро, Сафари, вообще это Малибу, это огромнейшее такое количество ликеров, которых как бы редко где есть, в каком отеле. Потом Апероль Шприц оригинальный, пожалуйста, коктейльчик. Потом Джек Дэниелс с медом есть, очень многие любят такой, 35 градусов, очень классно, со льдом. Джек Дэниелс, Чивас, Джеймисон, да, что у нас еще, Мартини, Джим Бим, Балантайнс, Ред Лейбл, сейчас я еще что-нибудь закажу для себя, Егермейстер есть, это все-все-все, он крызит, все, что видите. Вот. Ну, естественно, помимо того, что я перечисляю, из этого нужно сделать кучу-кучу коктейлей. Коктейльное меню здесь есть. Телефончик наводите, фиксируйтесь, выбирайте, как будто вы сами здесь находитесь.
чай, кофе, естественно, к этому еще и напитки все, пиво. Бутылочное вы видели, там в холодильнике стоит. Инстагрин, так вот меня спрашивают, что говорит? Ютуб? Да, и вот наше видео. Сегодня у нас с вами за другой вечер. А у вас все в этом видео. Сегодня еще своя музыка. Вчера были мужчины, сегодня дамы. Очень классно. Thank you so much. Thank you. She's gone astray, so far away. My father's daughter. She just won't go live. Know the way. I know the one. No one will come. She's got to say it. Так, покажу вам детский мини-клуб. Пускай уже поздно ночью. Пришел за детками. Эти здесь игрушки. Тут игрушки, там лазилки, батуты. Мы сейчас с ним просто играем, бегаем. Давай, Никит, накидывай. Я дам. Там у них все своя кухня, печка. Керамика. Давай. Ой-ой-ой. Давай, Никит. Здесь мини-клуб. Разломаем. Так, это еще не все. У нас еще есть комната PlayStation, я знаю. У нас два. А еще есть Teenage Club отдельный, кстати. Так, детям показываю здесь. Я барменом работал. 5 лет как-то в детстве вот так, хоп. Вот так вот делал. Сейчас я пытаюсь еще снять. Хоп. Вот так, видели? Анти, вот. Папа, ты высокий. Так. Смотри, как хоп. Я. Хоп, да, детей учу. Хоп. Саша, ты как у меня получилось? А что, без работы не останусь? Папа, о! Папа, папа, держи, я покажу, как я научилась. Давай. Смотри. У-ля-ля. Вот, сейчас учатся. Доброго утречка, у нас сегодня новый день. Смотрите, на -1 этаже под ресепшн есть зона спа и бассейна. Но крытый бассейн сейчас не работает, потому что смысла нет на улице. Все бассейны абсолютно теплые, вот, но можно сходить в баньку. Сейчас не пойду снимать, но у меня на канале есть, если что, видео можно поснимать. Посмотреть точнее, как я поснимал, там все внутри, сауна, там же тренажерный зал. Так, выходим с вами из главного корпуса, там у нас ресторан с вами. Здесь у нас вечером дискотека проходила. Здесь у нас огромнейшее количество бассейнов. Вот здесь бассейн, там бассейн, есть 18+, бассейн. Кстати, здесь есть такая тема, вон там, туда приходите, вам ставят капельницу. С эпиролем, представляете? Получится, дойдем. Что-то Жан приболел немножко. Сейчас я детей выгулю немножко, сходим на эти аквапарк. И уже поедем. Вон наши эти птички сидят, трапезничают. Видите, как здесь тоже шезлонги, там много-много шезлонгов. С дрона вам кадры приложу, вы посмотрите. Здесь активити всякие происходят, тоже постоянно развлекают людей. Вон там у нас амфитеатр. А вон там, в ту сторону, уже зона Residence IC. Здесь еще один барчик есть. Тут можно сейчас подойдем, посмотрим, что сделать. Здесь можно, видите, взять айскримчика себе в упаковке. Потом в холодильник 18+. Смотрите, безлимитно подходишь. Берешь что, что хочешь. Бланк, шманк, солт и квас. Так же, как и вечером, можно взять себе бутылочку. Все, что вкуснее. Поле для взрослых напитки. Ну и здесь у нас все-все-все напитки, как я вам вечером показывал. Гавана Клаб, 7-летний, светлый есть. В общем, чимес, все, что хочешь. Текила, альмека. В общем, все-все-все, что хотите. Вообще любые коктейли абсолютно. Полный ультра инклюзив. И Апероль оригинальный, и Гермейстер, и Джек Дэниелс. Смотрите, Fire есть, Apple, Honey. Много-много видов, и Джек Джентльмен еще. Так, ну и здесь дальше у нас с вами этот балийский ресторанчик. Так я его называю. Ну все, дальше зона будет, я вам все показывал уже. IC-кафе. Все, пошли, поехали, горочки и так далее. Пусть видео такое чуть не целое, не по порядку, но зато у вас ощущение как бы реальности, как в реальной жизни все это происходит. Не так, что приехал, постановочно все снял, что все чистенько, все красивенько. А так вот реально как все есть, все снимаю, все, что попадается, вы все видите, как мои глаза практически есть, широкий угол. Так, поближе вам покажу детский аквапарк. Бассейн вчера показывал. И пойдем еще, там зона обливалась. Оля очень хочет. Пойдем, Полис.
Итак, вот через такую арку проходим. Арка счастья. И вот здесь, видите, можно бегать, прыгать. Так, давайте с вами немного в эпицентр событий окунемся. Вот детям счастье, да? Нам бы такое в нашем детстве. Оля подтолкает. Классно, Оля? Сегодня 43 градуса, жара будет. Вот, показывает, тяни. Вот такое вот местечко, это вообще класс. Подходим тут со всех щелей. Льется то в одном месте, то в другом. Давайте пойдем прогуляемся. Оль, пойдем сюда, пройдемся. Видите, значит, это бочка периодически переворачивается. Такие есть туннели, с которых тоже все поливается. И там вот еще у нас побольше. Такой парк тоже детский. И там вот есть, кстати, детская зона полностью под навесом, чтобы детки не перегревались. Там для малышей в памперсах можно туда сажать специально. Вот, там взрослый аквапарк, вон там мы вчера сами там были. Вода теплющая, вообще класс, поэтому можно не переживать, что перегреть. 43 самый раз. Очень это толкает. Ой, хорошо. Давай, сейчас пойдем на горку. Просто рай. Сам сейчас залезу туда. Там чуть-чуть боюсь, просто горки сломаюсь. И там съеду. Ну я и вы все-таки должны это прочувствовать. Вот там бочка сверху льется. Камеру сейчас все зальет, ничего не слышно будет. Мы сейчас горочку съедем какой-нибудь. Самый большой. Ой, давай, поехали. Прыгай. Прыгай, прыгай, прыгай. Давай, давай, поехали. Здесь горки не едут. Ой, главное, что никого там ребенка не занесли. Давай, иди. Все, я больше не поеду. Меня тормозит эта горка очень сильно. Кстати, прикольно, продумано, чтобы взрослый маленьких не сшиб. То есть взрослые реально не едут. Приходится прям это, двигатель включать. Блин, мы опять лоханулись, короче. Кто знает, как мы лоханулись. Видите паузу и пишите. Давайте такой интерактив, а потом отгадываем. Выдаливали, с чем мы лоханулись. В общем, мы, как всегда, когда заехали, мы говорим, нам на 2 ночи забронируйте. Нам забронировали на 3 ночи. Такие счеты дают, а мы смотрим, а что такая большая сумма? Они говорят, 3 ночи. Я говорю, не, нам 2. Потому что понедельник там вроде работа была. Сейчас у нас работа отменилась, там перенесли на вторник все. И мы хотели продлить сейчас. Потому что, ну, в Айсигрине всегда так хорошо, мы всегда хотим продлевать здесь и оставаться. Я же не говорю, давай еще продлим. А говорят, наш номер уже все заселяются другие, поэтому сейчас либо переезжать в другой номер, вот, но если не хотим переезжать туда-сюда, то придется поехать. В общем, вот так. Блин, Айсигрин всегда такой отель, здесь реально всегда хочется оставаться. Мы каждый раз здесь продлеваем, каждый вообще. Вот. В Айсигрине, в Айсигрине. Нам так нравится, прям реально отдыхаем. Вот, солнце светит, я просто пришел. Сейчас посмотрим. Поэтому, если мы уедем сегодня раньше, ужина вы не увидите, к сожалению. Простите меня. Но скажу вам сразу, целая рыба есть на гриль-зоне. Я вот первый ужин, когда был, я не снимал почему-то. Отец, всегда надо снимать. Целая рыбка, мясо, все есть. Вот, поэтому вкусно. Иногда креветки бывают. А, зимой даже бывают креветки очень часто. А, вот, а сейчас, не знаю, либо раз в недельку там по рыбным дням, либо, может, несколько раз в неделю делают. В общем, вот так. Если что, увидите, если нет, ничего страшного. Прям плейлист заходите, Айсигрин. И смотрите все видюшки, я много раз здесь был, много раз снимал шведский стоп. Все подробнее, кто хочет, тоже смотрите. О, какая красота. Ну, взрослые тут летают туда-сюда. Ну, кстати, опять же, к вопросу про жару. То есть, если вы здесь находитесь, там постоянно мочитесь. И вообще, то есть, ну, никакой жары не ощущается, что вот здесь сидишь. Вообще, тебе без разницы, сколько там градусов, мне кажется, даже 50 будет или 60. Ты этого не почувствуешь, если ты все время мокнешь, купаешься, окунаешься, везде навесы. Вот, поэтому нормально, в любую погоду можно ехать, не смотрите эти новости, где всегда там хайпует жара, а тоже ролик так назвать, адская жара в отелях Турции. И, блин, знаете, сколько просмотров будет? Ну, знаете, я не особо не люблю хайповать. Максимум могу это шок назвать, когда креветосы, еще что-нибудь. Давайте, кстати, ваши идейки накидывайте, как просмотров собрать, какие названия делать, да, чтобы это было хайпово и в то же время актуально. Потому что не люблю я вот это вот хайпы, прям вот честно, прям сложно назвать. Ты зовешь ролик, типа, адская жара в отеле Турции. Да кто-то, некоторые не будут смотреть, но при этом, знаете, что напишут? А, опять хайпует. Да, хотя, ну, как в ролике может быть ответ на этот вопрос, да, про адскую жару в Турции. То ее нет. Если я напишу, что нет адской жары в Турции, никто смотреть не будет.
Вообще, накидывайте ваши варианты. Так, новость от Евгена. Вы только что были потеряны. В общем, я сейчас потерял камеру, свой GoPro. Забыл ее там на лежаке, ушел. Потому что мохнатка намокла, я положил, чтобы посохло чуть-чуть. И мы просто ушли. Свернулся, минут, наверное, 8 нас не было. Она лежала возле шезлонга, упала. Дети, видимо, прыгнули, там уже другие люди сели. Все, и GoPro там-то осталось лежать. Никто не взял, про безопасность Турции. А часто такое показывают, что, ну, никто не берет чужое обычно. На пляжах мы иногда вещи оставляли вообще на диких. Все, и сумки, и все-все-все. Приходили спустя час, все лежит нетронуто. Так, и наши зрители сейчас подошли из Израиля. Ребят, не успел снять, как так быстро говорили. Из Израиля тоже наше видео смотрели, по нашей рекомендации сюда приехали. Ребята, видите нас, подходите, не стесняйтесь. Всегда рад пообщаться, не кусаюсь. Всегда есть о чем поговорить. Ну, так, обсудить мнение, там, да, про отель, еще про что. Так что, welcome, я вас жду. Вот снимал, нет, не помню, еще ставьте на паузу, скриньте. И можно посмотреть мероприятия, какие где проходят. Я это все обычно стараюсь все сфоткать в Телеграм. Выложить, прям забивайте на моем канале IC Green, допустим, хэштег. Или просто IC Green и попадете, там посмотрите что-нибудь, какие-то фоточки полезные. Так, ребятушки, я должен снять вам эту красоту. Это единоразливное, это просто шедевр. Видите, как там и с азотом идет, с специальным газом. Поэтому перелить здесь невозможно, так ставится бокал. И потом пена превращается в элегантное пиво. Так, ну вот такая красота получается, поскольку мы... Вернее, наоборот, можно сказать. Поскольку я взял себе пиво, это говорит о чем, что мы остаемся, мы решили продлить еще на одну ночь. Все-таки я сейчас сходил, оплатил. Лолит говорит, чтобы наш номер остался, чтобы не переселяться. Так, ну я взял себе бокальчик Гиннесса. А, пойдемте, выйдем. И посмотрим отсюда территорию отеля. Мы обычно делаем, когда приезжаем. Так, ну сейчас сюда выйдем. Вот с таким прекрасным видом можно вкусить бокальчик пенного. Она, кстати, легкая, 4 градуса всего. И очень вкусно. Пить надо не так уж и долго, не растягивать довольно-таки быстро, потому что он быстро выдыхается. Потом через некоторое время оно уже все. В общем, в меру скорость надо соблюдать. Сколько это IC Green, значит, много зелени. Видите, вот мы сейчас направо пошли, из главного корпуса вышли. Здесь тоже такая зона есть зеленая, можно прям здесь шезлонгами порелаксовать. Туда дальше у нас еще зона вилл. Я хочу на самом деле для вас капельницу найти. Не знаю, где ее ставить. Поснимать такой контент очень хочется. Но что-то пока не вижу. Блин, что-то не вижу, мне сказали. Жанна говорил, где-то здесь. Ну вот. Мы ни разу капельницы не делали себе. А он, кстати, зона IC Residence. Там вот мы тоже как-то отдыхали, тоже есть видео на канале. Смотрите, заходите. Вот здесь мы с вами еще не прогуливались. Мостик такой есть. Может пофоткаться и тоже вот идти вокруг бара. Там еще один холодильник. С Unlimited дринками. Все, везде можно найти зеленую зону себе. Тенечек. И кто любит, можно и на солнышке. Видите, какое количество бассейнов? Вон там один. Вот идет. И там еще бассейн. В общем, все бассейн. Здесь вот тоже, видите, более такая веселая атмосфера. И этот как на дроне летал под этими арками, все снимал. Стараюсь найти кадры. И здесь более такой активити. Там больше релакс, там таких бассейн, да, 18+. Так, чтобы прям совсем отдохнуть. Тесни. Здесь прям такая летняя-летняя атмосфера. Кто любит так. Движ. Так, вот напротив мини-клуба у нас снэк-ресторан. Потом с вами в Аликар ходили. 12:30 до 4 он работает. Здесь, по-моему, по меню теперь. Давайте я вам подсниму чью-то еду. Мараба. А, по меню садись, по меню, естественно, бесплатный заказ. Вот салат есть. Красная рыбка с авокадо. Вот это бомба вообще. Цезарь. Вот. Мы, наверное, не будем сейчас, мне особо есть не хочется, я вообще мечтаю искупаться. Я сегодня еще не плавал, с детьми сидел возле этого бассейна. Менюшка такая есть, вы садитесь и выбираете все, что там хотите. Много всяких вариантов. Я посмотрел, мясо там есть, люди едят, картошечка фри, все-все-все. Потом, кстати, еще вон там бар есть, там тоже гюзельме, закуски должны быть. Вот у нас здесь еще один барчик. У меня, на самом деле, задача найти для жены что-нибудь. С собой взять, желательно крошку, картошку найти. Мне заказ такой сделала. Вот сейчас ищу что-нибудь вкусненького. Да, вот смотрите, это прям вот за пляжем сразу же. Здесь тоже бар. О, и вот она, крошечка. Картошечка для Жанны. Специально гюзлюме. Мараба. Мараба.
Вот здесь всякие ингредиенты. Добавляйте себе хлопинья, мои любимые, салатики. Здесь фруктовая вечериночка. О, овощи, фрукты. Здесь айскрим. Короче, вырезка не найдем. Нам пойдем окунемся с сыном, да? Никита, что-то тоже уже подустал. И потом скучно. Еще и хот-дог есть без вина, видите? Вафли потом. Вон расписание. Все, зачти. И дондурма мороженое. Так, ну что, мы сынули, решили прокатиться на гидрике. Тут оставляй. 65 евро стоит. Ну, немножечко скидочку попросили. $60 и 12 минут вместо 10. Сейчас поедем с сынули вот на вот. GoPro с собой беру. Раба. Чуть-чуть остудимся, тут сейчас самый разгар. О, жаришка. Так, ну все, завелись, сын. Держишь меня, обхватывайся, меня держи. Типа. Ну как, сын, впечатление? Круто. Классно? Очень. Супер. Что там вам видно было? Камеру всю залило, просто соли. Сейчас пойдем приснять. Классно. Ну, скутер слабоват, конечно. Ямаха. Ну, они все разные. Ну, нормально, так удовольствие получить можно. Кстати, вы видите, попробуй ляг, так круто. Можно лежать и балдеть. Главное, не сгореть. Все, уходим. Все самое пекло. Сейчас, видите, что классно? Вода ровная, можно разогнаться. Потому что когда вечером уже ветер приходит, море штормит потихонечку, и на волнах ты быстро не разгонишь, приходится вдоль волны вот так идти. Ой, класс. А сын озорной говорит, да, на банане теперь поехали. Давайте, Коль, камеру замочу, подводный мир вам покажу. Он здесь не густой, конечно. Скромный, но только подальше сейчас будет. Ну так, хорошо, не знаю. Смотришь под водой? Да. Я тоже. А вы смотрите под водой? Алло, алло. Без очков. Ага, все, уходим, уходим. Классно тут есть. Душик, водичка холодная, пресная. После соли огонь. Камера надо. Все. Так, ну сейчас время картошечки. Видите, здесь сам берешь и сам все накладываешь. Сейчас будем сейчас трапезничать. Кстати, здесь же сзади, видите, есть детская площадка с навеса, которая на пляже. Можно детишек здесь вставлять или загорать, или трапезничать. Вот такая супер аппетитная не крошечка картошечка получилась, очень вкусно. Супер. Сынули себе еще и хот-дог взял. Вкусно, сын? Очень. Очень. Накатался, да? Давай, подкрепляйся. Давайте немного вечерней атмосферы вам с пляжа. Блин, песок настолько мягкий. Мягкий песок, сын. Идешь так прям этот мягко-мягко, такой кайф, горяченький такой в меру вечером. И прям, знаете, массаж. Знаете, я говорил вчера, шторм такой легкий был, ну как шторм, просто слегка море штормил, камушек накидало. Сейчас практически нету. Смотрите, какой заход. Ровный-ровный просто. Такая безумно красивая гладь. Когда приехали, я в сторис все это дело снимал. Забыл, что я вам на видео не снимал, потому что вечером в Ларе, здесь на Сваре, да, безумно красивые закаты. Там у нас, кстати, уже пляж Алтентаж начинается. Там справа Алтентаж. Я себе там квартиру одну купил. Вот. Если кто тоже хочет купить, приезжайте. Ну, я купил на инвестицию 1+1. Там 100 с копейками оплатил. Сейчас уже 158 она стоит. Я взял на карандаше, как только проект вышел, вообще кто появился в свет, сразу же взял его. Потому что я со всеми застройщиками знаком лично, там, с хозяевами, со многими. Я мониторю. Как сот, что кто-то интересный появляется, сразу же захожу. Поэтому, кто хочет заместить, зайти, то запишите. Можно удаленно сделать сделку, можно прилететь. То есть я знаю лучшие объекты, которые есть, да. Работаем так со всеми застройщиками. И плюс, что у нас? Плюс под гражданство есть вариант. То есть можете прям настроить и не в готовом доме взять. Но при этом можно будет получить топу там спустя месяц или где-то уже есть сразу готовые. Одну квартиру, две, три разных взять. Все, получить гражданство, потом через 3 года продать. И деньги приумножить, и гражданство поиметь. Турецкий его потом не аннулирует. Вот. Так что такие вот дела. Все, всем доброго, приятного вечера.
Идем с детками купаться. О, Поль, яму вырыл. Поль, что роешь, Поль? А? Что роешь? Да. Яму? Молодец. Давайте то, что на ужин. Смотрите, грибное сате, лапша вок, здесь кальмары. Ты что, знаете, как уж? Потом от шефа сегодня рулеты такие из рыбы. Выглядит точно аппетитно. Я приведу второй сам, конечно. И салаты, как все традиционно. Не буду так сильно подробно на этом задерживаться. Вот здесь целый отдел с брускетками. Даже, видите, с икоркой есть. С яичком. Но в брускетах. Кстати, здесь есть зона с отдельным детским ресторанчиком. У них там свой стол шведский. И с холодильничком, с баночками. И йогуртами. Потом курочка-гриль у нас сегодня такая с огоньком. Потом на улице, смотрите, у нас нарезают такую вкуснятину, говядину, нараба. Нараба, якшамнар. Говяжья грудка, якшамнар с пюрешечкой. Вот так вот аппетитно. Макарошки пару видов. Здесь у нас гриль-зона, смотрите, рис с изюмочком. Здесь кофте. Потом суджук жареный. Вот мы, целая рыба у нас тут. Овощи на гриле, я, видите, как вам одной рукой держу, другой снимаю. Так, потом у нас еще здесь куча еды. Не буду вам все подряд это открывать, да, прям такое основное вкусное, что-то покажу. Картофанчик, еще видите, здесь всякие такие жареные штучки, очень-очень аппетитные спиде. Здесь можно еще макароши себе с разным соусом сделать и добавками. Так, потом у нас здесь огромнейший стол с фруктами, и дыни есть, и персики. И виноград, и все, собственно, яблоки, апельсины. И арбузы, конечно, сейчас сезон, лето. И еще здесь куча всякой вкуснятины. И здесь и курочка такая жирная, и полкурица. А потом еще индейка вот такая есть, запеченные горшочки. С разными вкуснятины. Солени, корени, варенья, халапеньо, сыры. Вот такой есть огромный сыр, из него можно тоже себе взять. Сырку вкусную. Еще вот такой стол, видите, и драники, ничего только нету. И эти цукини разные, и в кляре, и без кляра, и салаты разные. В общем, огромная рыба, здесь даже оливьешечка есть, всеми любимая. Здесь у нас зона десертов, смотрите, какие прям эксклюзивные десерты. Вот здесь еще торты, пирожные. Здесь турецкие сладости, огромный выбор, вот огромнейший. Все это делает собственное производство. Я, кстати, видео раз снимал, показывал, как это все производит. И тут еще мороженое много видов. Все, вот так быстренько он снял. Сейчас пойду потрапезничаю. Всем приятного аппетита. Так, я съел вот эту рыбку от шефа. Чё гузель? Я попробовал, реально так вкусно. Знаете, не просто сделано для красоты, чтобы что-то было, а это настолько вкусно там. Такие сорта рыбы прям вообще просто обалденно, прям вообще, так все подобрано, вот это, добавочные ингредиенты, там вот это, фрукты, овощи, еще там, не знаю, просто вообще бомба, прям супер. Мы где-то к вам в амфитеатре, смотрите, шоу целое. Так, девушки, а сегодня вечером у нас миксолог готовит порно-стар коктейль. Порно-стар? Да. Очень вкусно, просто. Чё, Гюзель? И чё, классно, что не надо в очередь стоять, он готовит, просто не встану. Всё, беру, а то сейчас кто-нибудь возьмёт. Ну всё, ребятушки, мы напоследок накупались в бассейне с Никитой. И сейчас домой поедем пораньше сегодня, до вечера не будем оставаться, хотя можно. Если в отеле выселяетесь раньше, допустим, номер сдаёте в 12, вы можете там до вечера пользоваться всеми услугами отеля, полотенцами, там, едой, напитками. Всё, а мы сейчас поедем. Спасибо всем, кто провёл этот уикенд вместе с нами. Вот. Как всегда, не замечать на отдыхе никаких мелочей. Держать только позитивными эмоциями, которые нам сейчас так не хватает. Солнцем, вкусняшками, морем. Огромное вам всем удачи. Увидимся в следующих выпусках с вами. Или прожить в Турции, или из отеля с какого-то. Огромную удачи вам всем. И пока. Мы сейчас поедем домой. Класс, все, попьемся. Очень вкусно, кстати.